В рамках недели моды в Париже открылась выставка Christian Louboutin. Первая из звезд экспозицию, посвященную истории бренда, увидела 55-летняя Моника Беллуччи, Для мероприятия актриса выбрала лаконичный Total Black с изюминкой. Она надела классический приталенный пиджак с топом-корсетом из черного бархата и брюками с завышенной талией. Наряд подчеркнул стройную фигуру и красивую грудь звезды. Моника сделала фирменный макияж со Smokey Eyes и нежно-розовой помадой. Область декольте она дополнила изящной цепочкой с подвеской. Финальным штрихом образа стала сумка в тон. На мероприятии актриса встретилась с популярной писательницей и лайф-коучем Сильвией Лемерер. Она поделилась совместным кадром с Моникой у себя в социальных сетях. «Восхитительные, две стильные красавицы, прекрасные женщины», — написали пользователи. Моника недавно снялась в пикантной фотосессии. Актриса вновь проводит время с экс-бойфрендом, который на 18 лет младше ее. Пара рассталась еще прошлым летом, но чувства между ними не угасли. Беллуччи произвела фурор в Париже, выйдя в свет в культовом образе оперной дивы 20 века Марии Каллас.